После того, как мы вошли в аниматрон, нам предлагают провести и зарегистрироваться. Поскольку мы еще не зарегистрированы, начинаем процесс регистрации. Для этого необходимо ввести свою почту. На эту почту приходит письмо, предлагающее активировать аккаунт, который мы открываем в аниматроне. После активации создается свободный аккаунт. Здесь мы должны ввести свое имя, почту, пароль и ответить на несколько вопросов от анкеты. После исправления всех ошибок нажимаем на кнопку «Создать аккаунт» и входим в аниматрон уже под своим аккаунтом. Я вошел под именем Александр. Это мой новый аккаунт. Новый аккаунт free. Свободный, бесплатный. Пока нет никаких проектов у меня, поэтому я нажимаю на кнопку «Создать анимацию» и открывается редактор аниматрон. Редактор предлагает мне обучающую программку по созданию видео из анимированных наборов. Надо войти в раздел «Анимированные наборы», куда указывает стрелочка. Открыть указанный набор, выбрать один из них, ставить фон на холст, ставить фигурку бегущего человека, анимированная фигурка, преданимированная фигурка. После этого переходим в режим анимации. На режим 4 секунды. И запускаем. Первая анимация готова. Если мы теперь заглянем в свой профиль, то увидим, что у нас уже есть один проект. Запустим его.